Чемпионат этот не просто традиционный, а значимый для всех боксеров города, отмечают организаторы. Участие в соревнованиях, посвященных памяти солдат Второй мировой, честь для каждого спортсмена. Благодаря вот таким мероприятиям воспитывается чувство патриотизма и любви к родине. Любой желающий, который имеет навыки, спортивную подготовку, может участвовать в этих соревнованиях. Чемпионат решили провести в открытом формате, а потому побоксировать на сочинском ринге приехали и абхазские спортсмены. Всего 140 юношей, 10 лет и старше. Бороться за право первенства по олимпийскому принципу они будут в течение 3 дней. На открытии ребят приветствуют именитые сочинские боксеры, чемпионы, мастера спорта, заслуженные тренеры, которые остаются примером для подрастающего поколения. Сегодня выставляем самых лучших. Это подведение итога, чтобы на них было равнение. Детский бокс в городе Сочи развивается. Ребятишек все больше и больше лучших, прекрасные тренера. И мы надеемся, мы ищем таланты хороших боксеров. И мы надеемся, что на этом турнире будут наши маленькие открытия. Таким открытием уже назвали юного Владислава Евдокимова. В боксе он лишь 2 года. За это время из 11 боев у него 10 побед, к которым сегодня прибавилось новое. Своих двух тренеров, это Николай Подрезов и Ашот Минасович. Они мне очень много дали в спорте, и я им желаю всего самого хорошего. Я очень обожаю бокс и хочу добиться больших успехов. Это чемпионат последний в сезоне. Спортсмены тоже уходят на каникулы. И для тренеров это возможность сделать выводы и оценить работу воспитанников. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.